Анапский центр по исполнению административного законодательства за 11 месяцев текущего года обнаружил и закрыл 4 точки с игровыми автоматами образца 2008 года. В основном все они существовали под видом пивных баров, магазинов, закусочных. Последняя такая точка была раскрыта 23 ноября. Изъяты средства из кассы и тетрадь с записями. Хозяин точки – житель Карачаево-Черкесии. Рано было установлено 12 игровых автоматов, такие, как были ранее разрешены в 2008 году, которые были подключены в сети, и в них люди сидели и брали. Нарушение данной вида деятельности предусмотрено у нас федеральным законом номер 193 об организации проведения азартных игр. Хозяину точки придется отвечать по административному либо уголовному законодательству. Соответственно, это штрафные санкции или лишение свободы. С начала года Центр по исполнению административного законодательства отдела МВД по городу курорт Анапа обнаружил и изъял из обращения 70 игровых автоматов. Лариса Басова, Роман Карпов, Алексей Мухортов, Анапа регион.